Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня я покажу карту Skyblock для Minecraft Bugged Edition. В установке этой карты в вашем мире появится обновленная версия Skyblock, к которым все привыкли. Собственно, сюжет на этой карте является таким сюжетом, как и был раньше. Вы появляетесь на острове, цель которого у вас появляется такая же, то есть вы должны просто выжить на этом ужасном острове. В первую очередь вы, конечно, срубаете вот это дерево, из которого вы получаете доски, после чего занимаетесь генератором булыжника. Для этого нам дают ведро лавы, лед, тыкву, арбуз. Не знаю, зачем это дают, но, наверное, это типа еды. Ну, друзья, особенно если хотите выживание видеть на этой карте, то обязательно пишите комментарии. И если комментарий будет много за, то я, друзья, обязательно выпущу выживание. Вдалеке нас расположен остров из песка, на котором находится кактус, и у вас есть всего лишь одно право на ошибку. Если сломаете песок или что-то в этом роде, песок осыпется. Ну, а под песком у нас находится всем любимый сундук, в котором, друзья, находится обсидиан. Давайте даже это посмотрим. Да, здесь обсидиана находится в этом сундучке, что нужно для постройки портала в ад. Но, собственно, друзья, как вы знаете, чтобы построить портал в ад, вам придется добыть еще и зажигалку. То есть, друзья, вам придется добыть кремний. Я не знаю, откуда вы будете его добывать. Наверное, где-то на этом острове он есть. Но сейчас я нахожусь в режиме выживания, и это мы сделаем все очень-очень быстро. И что же, друзья, в аду вас также ожидает обновленный скайблок, что очень удивительно для такой карты. И, возможно, многие не ожидали. Но, друзья, мы появляемся на цветокамне. То есть, это дерево цветокамня, и там мы видим скайблок. И, друзья, этот скайблок построен в аду. Собственно, гравий и дерево из цветокамня. Я не знаю, что вы будете здесь делать, но здесь есть сундук, в котором находится лед. Собственно, чтобы пойти в этот скайблок, вам придется накопить блоков, чтобы выбраться обратно наружу и подойти к этому порталу. Поэтому, друзья, без вещей сюда ни в коем случае не возвращайтесь. Карта очень хорошая, и просто на ней можно весело провести время со своими друзьями. Ну, а вот на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.